Ребят, всем привет! Привет! Со мной Леша, Олег. И сегодня мы будем кататься на картинге. В общем, у нас сегодня такая мужская компания. Подумали, куда пойти. Ты вчера предложил. А пойдем на картинг. И рядом с Олегом здесь, в общем, есть картинг клевый. Я, кстати, уже его видел года два назад. Облизывался, стоял. И, короче, вот сегодня мы решили посетить его. Особенный картинг, потому что сегодня дождь. Вот, и самый трек, он мокрый, поэтому, я думаю, нас тут просто феерические ощущения. Занос. Да. Офигенные заносы, я впервые вот на такой штуке, ты уже катался, ты? Я катался давно, очень-очень давно. Давно, да? Ну и у тебя вот как, получалось нормально? Так, Такси-водитель. Стоимость 8 минут 100 юаней. Сегодня, видимо, скидка, то что мокрая трасса, да, скорее всего? На улице очень жарко, сегодня очень влажно, сильно воздух, кондиционер, посмотрите, как дует. Смотрите. Здесь, я так понимаю, выдают каски. И здесь, собственно, происходит уже посадка в автомобиль. Я так понимаю, можно даже прийти с ребенком и покататься с детьми. В общем, такое развлечение не только для взрослых и для детей. Вот, вот. Я чувствую, что что-то будет похожее у меня. Но дети, естественно, потихоньку едут. Взрослые видно, что посмелее едут, побыстрее. Я вообще обожаю, когда все с камерой. Такой съемочный день. Короче, мы решили поснимать. У Олега есть свой канал, снимает для своего канала. А у Лёши будет свой канал, я так понимаю, да, Лёш? Ну, уже чай на Мазанбаках, ну, все Китай, еще плюс... Это туда пойдет? Или это уже... китайский будет. А, китайский будет на новый канал. Все, в общем, все, естественно, снимают, такое событие интересное. Нас уже подозвали, здесь вот такие чулочки выдают на голову. Я надеюсь, она постиранная. Я готов. Он нифига грязный. Короче, я не знаю, стоит ли, ребята, продолжать. А? Леш? Да поедем, уже и так грязно. Ну, я пока. Типа пофиг? Ну, да. Но еще пока можно остановиться. Нет, да? Кстати, есть дождь или нет? Нет, дождя нету. Ну, чуваки довольны вроде бы, да? Они прям под это попали.
Ну вот, вот, смотри, эта девушка, охренеть, с нее капает просто вообще. Задница мокрая. Офигеть. Нормально, нормально. Не, ребят, что-то я это... Это, кстати, резина черная, это резина. Как черная, не оттирается? Ну, сложно оттираемая, да. Слушай, это вообще было что-то, короче, мне понравилось. Фу, слушай, у меня нога затекла. Вообще, прям на газу нога затекла, она постоянно в напряжении была. Слушай, мне вообще понравилось. И я так понимаю, вне дождь там другие ощущения, видимо, да, будет? Да. Капец вообще, я уже как бы к дождю привык, и я уже, знаешь, уже в повороты заходил уже, знаешь, то есть вот как надо, короче. Пробовал с газулька заходить, прям закидывать. Пробовал на тормозе, короче, закидывать. Короче, ощущения вообще непередаваемые. Заносы все вот эти, вход в повороты, это наверное, только здесь можно испытать, да? Клево. Так, ребят, короче, мы решили отложить поездку, потому что, судя по этому заезду, что-то мы лучше как-то... Дождь, и там именно вот этих ковшах в сиденьях прям... Просто вода, лужа, просто лужа, да. Все грязные вышли. Олег, ну что, переждем? Переждем, но я, скорее всего, сейчас отлучусь, мне нужно с ребятами-итальянцами встретиться. Итальянцами? Нормальная тема. Ребята-итальянцы. По работе. Понял, нас не берет. Надо сейчас придумать, чем заняться. Короче, мы сдали билеты. Проказник. Зачем тебе ее WeChat? Да просто спросить, может, что-то захочу в следующий раз, там, чтобы, может, она сказать. Может, поможет, что-нибудь переведет, да? Ну, что-нибудь? Конечно, да. Именно и только в этих целях. Да, окей. Бай-бай. Сизини, бай-бай. Кто на первом, кто на втором, кто на третьем? Я что-то не понял. Как будем вообще это делиться-то? Я могу на третьем следующем сразу. Да подожди, что ты сдаешь, что сразу позиция? Леша, ну как будем делать? Давайте, я на третьем, как самый молодой человек. Дали дальше. Олег нам подсказал какое-то место, Олов 345. Говорит, крутое место, нет у них особых опознавательных знаков. Вот. Ну, он сказал, что по дороге будет граффити, но вот это, я не знаю, это граффити или не граффити, что это такое? Если мы вернемся живыми и на видео выйдет, значит все с вами нормально. Значит, я пока это сомневаюсь. При том, что Олег говорил, что это типа как хипстерское, на третьем этаже, это третий этаж должен быть. Вот, короче, вот это уже начинается более жестче, да? Смотри, прикольно. Слушай, действительно, как притон какой-то. Too many people, too many f***ing. Все. Да. Это, короче, это именно то место, когда твои родители в детстве тебе говорят, туда не ходи. Граффити стоит лучше и лучше. Вот. А, прикольно. Hey, man. Он открыл, да. You just open our, right? Yeah. Alright, cool. Все, мы нашли. Это четвертый этаж? Да. Он только что открылся, вывесил таблички. Блин, это капец, как мало вообще места. Слушай, ну на самом деле, я думал вообще здесь будет полный разбомбон. Запах такой какой-то старой мебели какой-то. Советской, да, такой? Такой, да, таких старых вещей какой-то. Зашел в квартиру как будто, ну, чувствуешь? Да. На самом деле здесь фактурно, здесь прикольно. Вот эти неоновые вывески там. Да. И, собственно, самое главное, что мы сюда пришли? Мы сюда пришли отмечать праздник, да, праздник. А какой? А подожди. День. Слушай. День пожарной охраны! И такая музыка, да-да-да, пошла. Класс. Ребята, в общем, поменяли локацию. Решили все-таки не сидеть в этом
баре, кафе, как это называется, бар, да, наверное? Ну да, да, хипстерский. Лофт, хипстерский, да, такой, да, бар. Такой, в общем, бар, и решили переместиться на Лиде, улицу ресторанов, зашли в Эмилимарт взять что-нибудь покрепче, и у нас тут дилемма, у нас что дилемма, брать? Огромная что дилемма. У нас здесь два варианта, ну, два основных, скажем так, варианта. У нас есть одна водка. Байкал. А, Байкал. Это откуда я родом? А, есть другая водка, откуда я родом, с Украины. Ага. Украинская, вот. Да. А это непосредственно прям рядом со мной, прям вот, где-то, ну, вот здесь я живу. А, я понял. Ну, Сумы — это возле Киева, то есть это тоже. Тоже, там, да, рядом? Да. Так, что берем? Хеннесси? Делаем так. Да. Все. Пошли на кассу. Да. Объясни, короче, почему? Я объясни, чувствую, почему? Мы не соскучимся. Объясни, почему. А, короче, мы пришли. Ну, Леша, на китайском языке, красавчик, говоришь четко. Спасибо. Я бы не знал бы, как это все объяснить. Он говорит, у нас, говорит, есть, говорит, с собой китайская, русская водка. Типа, окей, не окей? Она говорит, окей. Мы говорим, у нас русская водка, у них, естественно, нет русской водки. Она говорит, можно. Леша нашел борщ. Да. В шоке. Классический. Берем. Я думаю, можно просто взять, один попробовать. Борщ. Борщ. Окей, цыгар шма. Бо? Цыгар шма. Классик, классик. Классик борщ. Yes. Very good. О, не меньше меню. Сесени. Короче, я сейчас просто взял камеру. И я хочу вам что-то прикольное поснимать здесь. Много, очень много китаянок. И при том, что я еще, кстати, хочу сказать, что много сделанных китаянок, которые делают себе пластику носа, которые делают себе реснички. Вот, и, ну, как бы это все максимально неестественно выглядит. Борщ. Ох, как много. Сыр. И нету сметаны. Хотя есть булка и масло. Угу. Это прикольно, мне кажется. Прикольно, да. А, yes, 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 yes. And shots. Glass. Bun. One more. Буши. Не ё-моё. Glass, yeah? Like, цига. Small, little one. Сяо. Сяо, 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 бан, бан, бин, бон. Мы сидим в клевом месте, место типа стейки, да? Да, стейки, ребрышко разные. На камнях, барбекю, в духовке, в общем, всякие извращения. Мы заказали просто комплект такой вот. И приступаем. Да, начинаем с балк... Хорошего вечера, Леш. Спасибо, взаимно. Пьем за день пожарной охраны. Да, вот. Все, поздравляю всех, ребята, кто работает и кто связан с пожарной охраной. Всем, всех поздравляю. Хоть это видео выйдет и не скоро, да, но все равно. Да. Ладно, все, давайте. За вас, ребята. Мы отдыхаем. Еще нам принесли свинину, прожаренную в духовке. Это в духовке, да. И соус перец. Да, черный перец соус. Вот, кстати, ребят, посмотрите, они принесли помидорчики. И они кожуру с помидорчиков просто взяли и сняли. Офигенная просто сосиска, круто прожаренная, очень вкусная, не китайская стандартная, ну, знаешь? Как ее разрежь кусочек. Давай, давай, давай. Не, не, ну, давай, маленький. Возле, да. Да, разрежь. Она похожа как будто на ливерную колбасу, но она на самом деле мясная, очень вкусная, сочная. Да, да, классно, вот сочная прям. Короче, ребята, когда вы заказываете здесь мясо... На камне. На камне, да. Оно типа брызгает. Вот тебе предлагают просто вот такое приспособление, оно тебе защитит от брызгов. Брызгов, да, просто потому что мясо жарится прям при вас. Да, и вот... Ну ты прям красавчик, для Инстаграма можно смотреть. Не, на самом деле я бы так и в Шенчжене ходил бы, вот прям по улице. Ну помодничай, окей, походи, да, ну, походи, хорошо, походи, да. Давай, давай. Ну и прям в туалет. Он, короче, говорит, мы много выпили. Он говорит, вы много выпили? Да, 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 да. Что ты знаешь? Yeah, понял. Короче, мы посидели здесь, вышло 224 юаня. Вообще в Китае не оставляют чаевые.
Вот, потому что по сервису здесь, именно по персоналу, блин, я бы оставил бы, ну, как минимум 50 юаней. Ну, блин, все улыбаются, все смотрят, приносят все, что нужно, просто в два счета на топовом высшем уровне. Вот. Да-да-да. Да. Вот. И, ну, типа, все очень круто. Все, ребята, короче, мы выпили, закусили и сейчас поедем за сейчас... новыми приключениями. Да. Посетим какое-нибудь новое место. Так, все, ребята, сворачиваемся. Не оставляй же добро это. У нас все с собой, все самое вкусное с собой. Вот этот набор очень хороший для хорошего настроения. Мы сейчас едем на Bar Street. Да, Bar Street это самое там... тусовочное место в Гуанчжоу. Да. Party Pier. Да. What up, guys? Where are you going? We're to Party Pier. Boom, we'll be there. Yes. Читаю, ребята, ваши комментарии. Надо всем ответить, всех лайкнуть. Хороших лайкнуть, плохих проигнорировать как минимум. Яу-яу. Понял, типа все здесь, ну, с... русскоговорящие, да? Русскоговорящие. А кто откуда? Кто? Поднимите руки, кто с Украины? Я! Ни хрена. Ты кто с России? Ура, ура! Да. Москва, прикольно. Если ты из Украины, слушай, это просто Питер, я. Я думаю, настал момент. Пополам, пополам. Я думал, настал момент, спалился. Когда... Короче, ребята, у вас есть кто наливатель? Будете? Нет, ребята? У меня есть такая. У нас есть водка, у нас есть кола. Да, ну давай, давай. Давай. Да. Давайте. Все, ждем вас. Ой, зараз якраз починається спілкування української мови. Вікторія, а що ви можете сказати стосовно цього вечора? Цей вечір дуже гарний. Я вважаю, що взагалі кращого вечора, ніж сьогодні, уявити навіть мало. Чого ось це так поворот. Я навіть не очікував такого розвитку подій. Тому що ми робимо далі? Далі ми гарно тусуємося, відриваємося та розважаємося. Ви все зрозуміли? Якщо ви зрозуміли, ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал і не пропустіть нове відео. А якщо б не пропустити, поставте колокольчик. That's my channel. Yeah, it's in China. Aha. So where are you living? Слава, як твій канал називається? Like, why did you ask us about YouTube? Because I wanna see if I'm in the video or not. I'll just be like you will be. Okay. I'm just curious about that. Let's go, baby. You're cool. And your English is so good. I know. So I know. So confident. Oh my goodness. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что скажешь? Я хочу попросить. За дружбу. Вы хоть смотрите на эту красоту или нет вообще, а? Ребят, или уже похер вообще просто? Нет, так красиво. Красиво же здесь. Tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street. Привет, как дела, милая? Ты бычи. Что мне нравится? Во, I Smirnov. Can I ask about your WeChat? Instagram, WeChat is like too complicated. Just WeChat, you know, we all... You're leaving, like doing fast. Yeah, I'm just showing okay, you. Wait. What I supposed to do? Gucci gang. Fucking my teeth, call to the reef. Bust some red bars, call hella G's. Fuck your airline, fuck your company. Bitch and brisk. Do you know Gucci Gang? Yeah. You know what? Gucci Gang. That's it. Yeah. Gucci Gang.
Только не опозориться. За знакомство. За знакомство. Ray Bull and Bob Bowman. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.